Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть в Assassin's Creed Единство. Так. А перед видео поставь лайк, подпишись на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Так, давайте начнем. Что у нас сейчас будет? Сейчас я хочу вот сюда вот сбегать. Застава на внутреннем дворе. Да, сложность 5. Я даже не знаю, что это за задание. Но думаю, что это очень-очень что-то сложное, и поэтому я двумя руками за. Да, я надеюсь, там будет какое-то интересное задание. Ой, так, что-то подлагнул слегка. Я надеюсь, будет там очень интересное задание. Стоп. Ага, да, не зря я не пробежал мимо. Да, нам же закупиться надо. Стоп, это не здесь. Боеприпасиками надо закупиться и пойти сносить всех. Так, привет. Все, купили 167 тысяч. Ну, пока что да, еще серии где-то две мы, наверное, здесь пробудем, потому что по сюжету мы как бы нашли ту хрень, которая нам была нужна, ну, артефакт, свиток, да, и вернули его. О, ребята. А что это вы лежите, отдыхаете? Так, вскрываем сундук. Раз. Блин. Промахнулся. Два. Ай-яй-яй-яй. Так, надо не спешить. А то у меня три отмычки. Две отмычки на сундук, блин, жесть. Жесть. Но 20 тысяч фунтов. Слушайте, мне кажется, мы на, вот в этой части, вот в этой локации, да, мы себе просто поднимем столько бабла на сундуках. Просто столько бабла. По 20 косарей за один сундук. Третьего, да даже третьего уровня. Пофиг вообще на уровень. Суть в том, что мы прям реально бабок-то поднимаем. Дайте пройти-то, вы чё? Так, солдафоны, меня там еще и заметили. Ну, ладно, фиг с ним. О, щиток лежит. Да, опять. Так. О, мы рядом с заданием. Кстати. Под замком. В смысле? Это не застава, это под замком. Стоп, что за бред? Подождите-ка. В смысле? Что-то не так пошло. Вообще мы вот сюда бежали. Как мы вообще к заданию прибежали? Ну ладно, пошли на задание, но я не понимаю, как мы вообще сюда прибежали. Так, под замком 25 тысяч мы получим. Я реально не понимаю, как мы сюда прибежали. Мы же бежали на этот, на заставу. Ладно, застава у нас тогда следующая будет. Посмотрим, что это за застава такая. Арно! Чем занимался? Ничем. Ты нашел замок? Да, дело за ключом. Знаешь солдата, что таскает бинтов за коротышкой? Ну-ка. Я сейчас видел его на рынке. Спасибо. А тебе я велел ждать тут, помнишь? Ха-ха. Так точно. Что-то не так. Малой вляпается, нам придется его спасать. И скорее всего поменяем артефакт. Да. Скорее всего мы поменяем артефакт на его задницу. Ну вот я, а потом, ну может отберем, не отберем, но вот у меня есть такое предчувствие. То есть как бы я вот предполагаю, что будет именно так. Привет, ребята. Минус два. Просто понимаете, как-то немножко странно, да? Малой бегает, и вот мы не вляпаемся ни во что. Так, газетка. Ну, газетка нам не нужна. А вот и найдена цель. А, просто убей врагов на крыше 0 из 3. Враги на крыше? А, в красных зонах, наверное, будут. Так. Давай, 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 лезь, 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 лезь наверх. 13 секунд мы, типа, его потеряли. Да все нормально.
Минус 2. Давай, 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 давай. Наверх, 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 наверх. Нам нужны еще враги на крышах. Один враг еще. Так, вон еще вижу одного. Все, сейчас мы этого, вот этого двоих этих убиваем и все. И... все. Теперь просто надо аккуратненько за ним следовать. Текс. Еще двое. Ну ладно, заберем еще этих двоих. Так, тихо-тихо-тихо. Не просрать момент, а то сейчас еще потеряем его. Да вижу я его, вижу. Куда он там идет? Да это же легко. Ну, для меня вот в данный момент это легко. Просто пятерых убить и все. Кто там? Преступник убегает, что ли? Мы по факту-то можем спрыгнуть на него. Вот меня радует, что дротиков 8 штук. Они же вообще крутые. Можно, конечно, выстрелить вот этим берсерком, но фигово будет в плане того, что нам потом вообще не повезет с этим. Ну, в смысле, придется, как сказать-то... В общем, они стрелять начнут и спалят всю нашу аферу. О, тихо, во. Все, обыскиваем. Пока этот идет там, мы этого обыскиваем. Ай, дядя, не падай, дядя, не падай, дядя. Только-только, тормози, тормози, тормози. О, слава богу. Слава богу, что он не улетел вниз. Смотрите, какая огромная красная зона. Неужели он сюда придет? А, это замок. И здесь, кстати, задание. На 10 тысяч. Так, и вот это место. Выследить мы его выследили очень легко. Да, очень-очень легко. Ёшкин пень, сколько тут народу-то, а? Так, ну все, мы его выследили. Что дальше-то? Достичь? А, конкретики больше. А, пробраться в дом, да? Да без проблем. Это делается вот так. Стой, 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 стой. Так. Да хватит! Ну вот кого хрена он делает, а? Так, пусть они этим займутся. Вон в дом можно пролезть. Ладно, пусть они этим займутся. Так, тихо. Так. Ну-ка. А эти кого хрен тут делают? Стоп, что это тут делают? Непонятно. Так, минус один. Так, что надо? Догоните солдата? Ёпта, а я это не заметил. Реально не заметил догнать солдата. Я вообще целился вон в того чувака.
Все, догнал. Поймал. Давай. Ах ты сволочь. Я тебя арестую, стража! О нет, не арестую. Ну давай. Говори, где находится золотой ключ. Или я всем расскажу, что ты вор. Да у меня в мыслях ничего не было. Как у крысы. Давай, давай, давай. Откуда ты? Командир наверняка найдет сходство. Весьма забавно. Ха-ха. Дух под охраной в пещерах. Вот. Благодарю. А теперь скройся с глаз. В смысле? Посмотрим, не зря ли Текс. Все. А почему это он должен скрыться? Не хочу с ними сражаться. Давайте задание выполним, которое вот здесь. Все, он меня потерял. Он, ну, вряд ли он меня найдет. А вот здесь заданец какой-то есть, надо бы его выполнить. Найди тайник мародеров. Ну это потом, попозже. Так, вот. А, вот, застава на кладбище. Погнали. А, освободить заставу на кладбище. Так, убито офицеров. Погнали. Сейчас убьем парочку офицеров. Надеюсь, наши не будут с этим сражаться, а то придется им на помощь идти. А я что-то не горю желанием. Давай, давай, давай. Ну вот, как-то вот, знаете, у него периодически такая хрень бывает. Ага, ясно. Ой, это красная зона, это красная зона. Черт. Ах ты паскуда. Ага. Много вас таких, по весне оттаяло. Я знаю, как его убить. Это будет медленная, мучительная смерть для него. Все, занимайтесь. Ха-ха-ха. Занимайтесь. Так, все. Ищем следующего. Так, заныкаемся вот здесь сначала. Вы задрали, кто меня спалил-то? А где еще один? А, вон там он ходит, скорее всего. Ну, что там у него? Живой еще? Как он живой-то еще? Я думал, завалили. Вот кто меня опять спалил? Что-то не так. Меня спалили, но я в сундуке сижу. Как меня палят-то, блин? Хрен его знает, что за бред происходит. Ну ладно. Это, наверное... Ага, иди глянь. Много у вас таких. А-а-а. Ты тоже давай иди. Так. Эти дерутся, один минус. Так, пошли за этим. Так. А где еще двое-то? Спускаемся. Еще одного нашли. Да я-то приду сюда. Ты там, главное, стой. Так. Там махач идет жесткий. Ага, еще двое. Этого мне счастья только не хватает. Блин, мне вон затем бы залезть, но тут все тяжко. Там трое. Там вон двое. Меня спалят сразу. А
мне пока этого не хочется. Так, стоп, где я? А, вылез из кустов. Текс. Давай, ёпта, как ты меня ударил, тварь? Ладно, в задницу эту галиматью. Разберитесь там. А, ладно, хрен с ним. Завалим всех. Убил. Я прям рандомно его завалил. Я реально рандомно просто убил одного, и все. И это оказался тот самый солдатик. Все. 10 тысяч. Вот так легко. Неплохо. Так, я так понимаю, следующее вот это или вот это будет застава, да? Так. Да, давайте вот сюда еще сбегаем, освободим еще одну. Блин. Еще одну заставу освободим. Сундуки это, знаете, дело последней важности. Да, еще две заставы надо освободить. Да, посвобождаем немножко заставы. Посрубаем бабок. Ой-ой-ой-ой. Начинается. Тебе здесь не пройти. Бла-бла-бла. Мы тебя убьем. Нафига это надо? Нам бы денежку найти. Ну, точнее, не денежку, а торгашей. А то у нас снаряды кончились. Кстати, снаряды кончились. А, там есть рядом, все нормально, пошли. Там рядом есть торгаш как раз. Сейчас мы у него и закупимся. Ветряная мельница. Почему район называется ветряная мельница? Что за... Да, над названиями, конечно, надо поработать. Откуда меня все знают? Вот да, знаете, как бы ассасин, типа, это тайный, ну, тайный воин, назовем его так, да? А тут его все знают. Просто и орут на улице на каждом шагу. Привет, Арно. Так, еще трех командиров убить надо. Так, вот здесь торгаш есть. Не, меня радует реально просто. Все знают, как меня зовут. И меня до сих пор не поймали. Ну, потому что, наверное, да, места жительства нету, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Так, давай. А, нужно быть инкогнито, да? Да без проблем. Блин, я убить уже его хотел. 4600. Слушайте, ну... Хм. Дороговато. Дороговато. Ну ладно, погнали. Ой, это я зря сделал. Блин, да, это я зря сделал. Ну давай, давай, залазь. Не тормози. Готов. Так, тихо, наверх, наверх, наверх. Ага. Точно. Догони меня сначала, чтобы так выпендриваться. Так, стоп, 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 стоп. Сейчас ведь догонят. Так. Давай, давай. Один есть. Второй есть. Шапка Наполеона. Так, один есть. Погнали за первым. Минус один.
Так, давай еще минус один. Кто меня запалил-то? Ой-ой-ой. Давай. Все. Так, а куда нам дальше? Нам дальше вот сюда. Ага, вот я где. Как это я так сделал? Хрен его знает, как я такое сделал. Я все такое смог провернуть. А где третий капитан? А, третий вон. Все. А второй куда делся? А, вот второй. Давай. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спи-спи-спи. Да дайте мне пройти. Так, я могу тут внутрь залезть? Нет? Печаль, беда. Так, тихо, мне вот этот нужен. Как они меня видят? Так. Валим. Это бессмысленно. Минус. Оу-оу. Хрена себе там. Толпенька за мной бежит. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Опа-опа-опа-опа-опа. Молодец. Прячься, прячься, прячься. Все, так, где тут этот генерал бегает ихний? Он что, вокруг сундука, что ли, носится? Ой, идиот, а. Так, давай. Минус. Минус три. Так, теперь надо покинуть область. Да ё-моё, слазь. Сундуки мы потом заберем. Сейчас здесь поутихнет весь кипиш. Стою. Стою, стою. Что ж вы меня не ловите? Блин, дымовушки кончились, что-то быстро. Все. Еще 10 тысяч. Да задрали, хрен ли вам надо? Ты думаешь, ты такой умный, да? Давай, давай, давай. Все, готово. И казнь. 87 тысяч очков. Неплохо. Из 600 тысяч. Да? 600 тысяч, конечно, набирать нам надо будет долго. Так, и последняя застава у нас вот здесь. Интересно, нам что-нибудь за это дадут? Бонус какой-нибудь за то, что мы три заставы зачистили? Ну, по факту мы просто убили трех капитанов, да, и все. И как бы... толку нам за это давать что-то такое крутое. Ну, может, оружие какое-то. Я знаю, что здесь есть, типа, собрать все. Ну, то есть, сундуки все, вот эти шапки. Ну, все, в общем, собрать. А, за это дадут оружие. Да. Дадут меч вроде какой-то или мушкет. Что-то в этом роде. А, мушкет какой-то. Ну, вот этот вот меч с топором. С лезвием. Меч с лезвием. О, нет. Меч с лезвием. Что несу-то? А, этот, ружье с лезвием, которое так себе в атаке и... Два снаряда всего имеет. Мортира, скажем так. Вот. Так что, с одной стороны, конечно, интересная штука. Но то, что да, она может прям толпу снести. Но вот, но она вот хреновая. Вот, если так подумать, она реально хреновая. Но она мне нравится только в плане того, что у нее убойная мощь. Она может прям взять и просто всех покромсать. А, и все. И больше как бы... Ничего. О, так, тихо. Я знаю, что надо перебить офицеров, надо. Сейчас я закуплюсь и перебью офицеров. Так.
А, на этот раз 2000. Хм. Это, походу, дротики так дорого стоят. Реально, очень дорого. Ага. О, кошак. Где-то я кошака слышал. Тихо. Ага. Я. Assassin's Creed рулит. Так, один есть. Пошли за следующими. Так, там снайпер стоит. Еще один. Ну ладно, этим сейчас мы закусим. Вот так, тихо. Так, слезь. Ну слезь ты вниз, да ёп! Как же меня это бесит, если честно. Если честно, очень это меня бесит. И сколько же здесь народу, и где же этот офицер? Так, меня подзапалили слегка. Ага. Так, офицера не видно, да? Помните, быстрее, пока мне тут глаза не повыдавливали. Опа. Тихо. Что-то не так. Ты все еще жив. Вот что не так. Походу, это был офицер. Я даже не догадывался, что это офицер. Просто завалил первого попавшегося чувака. Ой-ой-ой, давай. Ой-ой-ой. Ага, молодец, не сдавайся. Ах ты сволочь. Я не знаю, куда я стреляю, но я куда-то стреляю. У меня же пятизарядка. Все, минус 5 просто. Тихо. Не могу попасть по ним. Ага. А, патроны кончились. Ага. Ты все равно меня поймаешь. Черт, патроны кончились не вовремя. Ядовитый газ есть. Твою мать! Да вот что за бред? Залезь наверх. Да залезь наверх куда-нибудь. Мы сейчас сдохнем. Все, замечательно. Идиота кусок, ей-богу. Как вот он сам себя умудрился? Я же метку ставил, а вот он куда-то не туда полетел. Мы тут перевалили кучу народу. Все.
Все, кто за мной пойдут, сдохнут. Ну, от газа. Еще 10 тысяч. Неплохо. Все, мы зачистили все три заставы. Можем идти на задание. Да, сейчас быстренько с сюжетом разбираться будем. Тайник мародеров найти надо, да? О, торгаш. Куда ж без торгаша? Да, торгаш нам нужен. Торгаш нам нужен как воздух. Потому что торгаш у нас это куча всяких нужных для нас ресурсов. Тем более, вот да, вот в ближний бой, ну, не ахти уже стал. Ну, то есть, сейчас более актуально это всякие там ножи, скрытые клинки, мечи. Ну, в общем, все, что угодно, кроме просто ближнего боя. Если противник особенно 5 левела, ну, 5 уровня сложности, то вот клинок против них это вот совсем смешная штука. А вот хрена лысого ты не убил. Вот, вот против таких, да. А против обычных нет. Вот против 5 уровня я вот не попер бы с ножом. Он, ну точнее, с мечом. Потому что их надо парировать, их нужно отталкивать. А если их больше, чем один, то это вообще жесть. Это во-первых. Во-вторых, какого хрена здесь столько народу? А, это они сундук охраняют, ясно. Так, все, пошли за сундуком. Точнее, за в тайник мра... Твою ж мать, а. Минус один. Минус два. Минус три. Все, эти сыканут сейчас. Еще минус два. Так, смотрим, что у нас дальше. Так, здесь ни черта. Как ты сюда забрался? И зачем ты выстрелил дважды? О, балбес. Так, пропалим системку. Ага, вот еще один всего лишь. Давай, 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 сейчас сюрпризы нам тут не нужны. Сюрпризы. Ёп твою за ногу, ё-моё. Так, тихо, пусть они разберутся с этим. И с вот этим. Все, пусть раз... Ё-моёшеньки. Все, разбирайтесь, ребятки. Веселитесь. Веселитесь. Весь район сбежался. Такая массовая драка. Так, сейчас. Все, веселье началось. А нам бежать дальше. Тихо, вылезь. Ага. Так. О, вон что украсть надо. Сейчас обыщем вот этого. О, оглушающее максимальное количество. Давай. Домовуху.
Давай. Ё-моё. Давай. Давай, 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 умру быстро. Точно. Пока только вы умираете. Да, 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 точно. Так, надо ту штуку украсть. А то они меня достанут теперь. Ага, это я! Ё-моё! Блин, промахнулся. Обломно это было. Чё они там? Ага, ясно. Давай, давай, давай! Ну, либо сдохни, либо вали отсюда. Хоть меня искать. Чё мы хоть украли-то из тайника? 20 фунтов? Давай, давай, давай. Чем вас больше, тем мне веселее. Откуда эти-то двое здесь? Реально, откуда эти двое здесь? Так. Открывай замок. Ой, там что-то сундуки какие-то лежат. Надо их повскрывать все. Ну, потому что они близко, да, и мне за ними бежать никуда не надо. Ну и почему бы не вскрыть, вдруг там будет куча бабла. Да, хотя надо, по идее, все остальные тоже вскрыть, но... Потом. Все потом. 10 тысяч, неплохо. Так. Еще один герб. Так, еще один сундук какой-то мы нашли. Столько охраны ради ключа? Нет. Что же там за дверью? Интересненько. За дверью что-то топенькое. Так, здесь сундук где-то золотой, да, вот он. Покиньте область. Чем получили? Костюм мародера. Неплохо. Так. Покидаем область. Мы можем ТП сделать? Гады. Нельзя. Жалко. Жалко. Тут золотая статуя стоит в углу. И вообще никого не напрягает это. Какая толпа не... А, это ж Махач был. Точно. Толпа на толпу. Тихо. Иди, вали их. Так, я забыл, где выход. Наверное, вон там. Я реально забыл, где выход. Наверное, где-то здесь. Ну, мы вроде, да, мы вроде как вниз спускались, да? Поэтому нам надо где-то наверх лезть. Ё-моё, что это за херня такая из костей? Нет, смотрите-ка. Нет, это все не то. Давай, 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 залазь, залазь, залазь. Так-с. Я самое забавное, я просто не помню, как отсюда выйти. Тихо-тихо. Опа. Они же ссыкуны. Они же боятся сразу, да, когда убиваешь их главного. Так, стоп. Карта.
Карта. Как отсюда нахрен вылезти-то? Так, я тут. Мне... тут два выхода. Приблизительно снаряды макс. Да, замечательно. О, 1500 из обычного сундука. Ага, аж 6 раз. Ты типа просто так сможешь от нас убежать. Достаю. На. Достал. А чё ты лёг? Побежали. Блин, 3 из 13. Ну, я понимаю, что 3 из 13, что тут можно больше набрать. Твою мать, все закончилось. В смысле? Я что-то не вдупляю. Почему он... Так. А, вот выход. Все. А эти там сейчас переубивают друг друга. Ну, точнее, передохнут все от яда. Так, все, мы выбрались. 25 тысяч срубили. Вообще неплохо. Реально неплохо. Ладно, давайте тогда пока что мы на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.